Словно по заказу, утренний дождь сменился ярким солнцем и дал возможность участникам акции «Наш лес» в комфортных условиях высадить деревья. На территории Ленинского городского округа с 16 по 18 сентября акция прошла на 27 площадках в разных уголках муниципалитета. Сегодня очередь озелениться дошла до молодого микрорайона Купеленко. Изначально начиналось, если вы помните, как компенсационные посадки в лесах, которые пострадали от жука-короеда, то после этого сейчас в основном люди благоустраивают родные микрорайоны, там, где проживают. Традиция замечательная, мы не намерены останавливаться и очень надеемся, что в следующем году все вернется в стандартный формат. На пустыре возле 15-го дома по улице Северный квартал сегодня высадили 90 плодоносных деревьев. Продолжая традиции города-сада, саженцы любезно предоставило руководство градообразующего предприятия Московского коксогазового завода. Не только город, у нас и город-сад, город видный. У нас и Московский коксогазовый завод, практически вся территория засажена яблонями, грушами, великолепная, поддерживается территория всегда зеленая. И участие в данной акции – это не первый раз. Московский коксогазовый завод всегда с большим удовольствием принимает участие. Свои именные деревья посадили и представители правоохранительных органов. К акции присоединилось высшее руководство управления внутренних дел. Нужны новые парки, нужны места для отдыха, для свиданий, наверное, для детей, где будут гулять. Акция «Наш лес. Посади свое дерево» в Московской области проводится с 2014 года. И, как отметил глава Ленинского округа, она давно переросла свой изначальный замысел. Сегодня «Наш лес» – это возможность сплотиться, чтобы сделать территорию муниципалитета красивее и комфортнее. Присоединяет к нам добровольцев, то есть молодежь, пожилых людей, людей среднего возраста. Мы присоединяемся все в этот день, выходим, сажаем деревья. Это сплочает нашу команду и показывает, что мы едины и мы целы. Деревья в этот день сажали и на другой площадке, в Расторгуевской части города Видное, на Петровском проезде. Недавно по Расторгуевской части города, в частности в Петровском проезде, проводилось комплексное благоустройство. И в рамках этого комплексного благоустройства где-то были повреждены, где-то были сухие деревья, уже, которые свой срок отжили. Вот сейчас проводится комплексного благоустройства посадка саженцев, деревьев, кустарников, сирени. Здесь высадка началась чуть раньше, поэтому участникам акции пришлось работать прямо под дождем. Однако непогода не помешала хорошему настроению. К процессу присоединились и местные жители. Планируем как бы в будущем также высаживать деревья на Петровском проезде. При этом у нас идет вырубка сухих, плохих деревьев. И на место этих деревьев мы также будем высаживать новые кустарники, деревья. Таким образом, за три дня проведения акции в Ленинском городском округе было высажено более 3000 деревьев и кустарников. Следующее подобное мероприятие намечено на весну, когда будет проводиться акция «Лес Победы». Юлия Погосян, Сергей Ларин, Видное ТВ.